Всем привет! У нас сегодня вот такая погода, солнечная. Вот солнышко, с крыши текет. Ну, достаточно ветрено. Вот сосна ходуном ходит. И за счет ветра, наверное, холодно. В общем, я зашла в теплицу. В общем, я здесь ничего не доделала, как вот у меня было тут. В тот раз я показывала, потому что было холодно. В теплице было, шел снег, в теплице было плюс 5 всего. И, в общем, в такой холод, чтобы не заболеть, я ничего не делала. А сейчас вот вышла, я думала, здесь холодно. Но на улице действительно холодно. Но в теплице, так вот, градусник показывает 34, по-моему. Вот, 34 градуса здесь. Вот он у меня внизу стоит. Здесь вот. Вот. В общем, вот так тепло. Можно было, конечно, что-то поделать тут. Но я сейчас посмотрю, если у меня будет время. Я сюда приду. И, в общем, до конца начну делать грядочки. Вот такая вот здесь жара теплицы. А на улице холодно. Собаки вот бегают. Вот такой вот ветер. Сегодня у нас 28 марта. Вчера было 27. И шел снег. Я уже не вышла. Было так холодно, мокро. И шел такой снег. Мокрый. Ужасно, в общем. Я вчера даже не пошла ничего снимать. Потому что было, ну, очень холодно тоже. И 26 было холодно. И 27 было холодно. Прям. В общем, ну, март месяц, он, ну, каждый год так у нас. Так что как-то хочется тепла. Ждем, конечно, такого солнышка хорошего, теплого. Но ничего у нас не получается. Собаки носятся, прям с ног сшибают. Сейчас чуть не упала, шла. Вот так вот у нас на дорожках тает. Вот. Носятся как бешеные. Еще чуть-чуть на привесик привяжу. Что-то говорили, я смотрела в Ютубе там, что надо вот эти кусты все очищать от снега. Но что-то туда даже лезть не хочу. Вот, ладно, пусть сами тают. Я. Ну куда ты скачешь? Я помыла морковку, достала. Вот она вот немножко там у нас в одном. Значит, в одной бочке. Фу, вот без собак никак. У нас в одной бочке, значит, почему-то мокрый песок, а в другой бочке сухой. Вот мы это из мокрой бочки вытаскиваем. Фу! Вытаскиваем это. И она вот так немножко подгнила. Фу! Уйдите, вот. Ничего не дают делать, абсолютно. Надо привязывать, невозможно так. Ну, смотри, что делают. Уйди, сказала! Вот. Хулиганы. Я кроликам, значит, хочу сейчас дать. Я ее немножко помыла от песка. Сейчас вот по 4 штучки дам. Вот у нас тут крольчихи сидят. Вот. Одной рукой все-таки как-то неудобно. Вот так вот ложу, они кушают. Вот, утащила. Вот. Сейчас водичку посмотрю, тут есть нет. Почистить надо, вот уже за зиму так испачкалось. И зерно надо положить сеном. Вот так вот сейчас покормлю. Водичку принесу. Сено дам. Вот, вот люди рядом стоят. Это тоже надо все почистить. Грязно. Ой, грязная клетка. Почистить надо. Работы море. Домик дала. Сейчас он кушает. Он грязно не будет кушать. Здесь вот в сухом домике. Давай, ешь. Вот. Кушай, кушай, не бойся. Вот, грызут. 4 морковочки, да? Вот, надо будет клетку почистить. Уже оттаяло. Мы не чистили, было заморожено. Подсыпала я немножко сена сухого, чтобы они не пачкались. Фу, уйди. Здесь вот грязь. Вот по такой грязи иду. Вот
вот еще вода вот стоит, потому что земля заморозила. Хочу мне тут опилки немножко. Я хочу, значит, отнести в это в теплицу, одну грядку сделать с опилками, попробую. Ой, чищу клетку. Решила почистить. Ну вот, пока так. Вот сюда в кучку почистила. Собаки у меня тут порядок наводят, потому что у меня нет никакого желания сейчас в этот холод. Вот так вот сейчас прям вот ветер сильный, холодный. Вот, и в общем солнышко вот светит, но тепла нету, холодно. Вот, ну в общем решила все-таки, мне жалко кролика, лазит прям. Здесь мокро. Ну вот сейчас насыплю немножко сухого сена сюда чуть-чуть. Вот и пока хватит. Очень холодно. Я, значит, в теплице доделала грядочку. Вот. Хочу сюда... Все-таки я что-то подумала. Отравы не буду проливать. Хочу сюда ноготки посеять. В общем, посмотрим. Вот. И, значит, вторая грядка. Там он вытащила... Это свежие корни. Я не стала их закапывать, потому что... А я смотрю, они там зеленые кончики этого у них растут. В общем, я их в сторону отложила. И, значит, на эту грядочку вот так немножко присыпала, потому что оттуда дует. Они вот и мне сделали здесь теплицу. Но вот, вот это место, вот оно отходит. Если там, на той грядке, я все засыпала землей, вот, то здесь еще все открыто. Земли нет. Я вот так по краям раскидала и ходила, вот собирала такой вот мусор. Значит, сено старое. Вот, в общем, надо, наверное, еще оттуда из сарая принести, где у меня козы были, вниз сюда наложить, а сверху немножко земли. Ну, в общем, посмотрю. И подумала, может быть, здесь вот теплую грядочку сделать, как я хотела. И посадить вот этот ряд огурцы в этом году. Ну, в общем, хочу посмотреть. Вот. Ну, в общем, ну, как-то вот так вот. Сегодня я занималась здесь. Сейчас пойду домой. Руки ужасно грязные все. Вот. В общем... В общем, наверное, буду делать эту грядку теплую. Сделаю, посажу, наверное, сюда я не помидоры, а, наверное, я сюда посажу огурцы. У меня половина будет здесь, наверное, огурцов. А на вот эту грядку я, наверное, посажу помидоры. Вот. Ну, в общем, посмотрим. Ну, вот как-то так. Сейчас у нас, значит, вот когда я заходила, это час было дня, была температура 35, по-моему, да, 34. А сейчас вот, в общем, 21. Уже вот температура падает. А солнце зайдет, будет еще меньше. Ну, 21 градус. Решила из сырой картошечки сделать вареники. Вот такие вот они у меня получаются. Вот. Здесь у меня, значит, картошечка. Вот уже немножко темнеет. Но я добавила лук, чтобы она не темнела. Но я думаю, я сейчас еще одни сделаю. Тесто у меня на кефире. Кефир и мука, соль. Больше ничего нету. Вот. Ну, в общем, вот так вот я делаю варенички. Здесь я варю партиями. По 15 штук. 15 штук делаю и варю сразу. Я боюсь, как бы они мне не размякли. Вот. Ну, в общем, сын сидит, кушает уже. В общем, вторая партия. Каждому по 15 штук. Ну, вот так вот они у меня варятся. Вот. Вот такие вот они в готовом виде. Только я их сейчас сняла с огня. Вот. Варила я их 20 минут. Ну, такие вот. Я думаю, они вкусные.